Это Huawei Mate X, первый гибкий смартфон компании. Разумеется, мы имеем инженерный тестовый образец. По факту бета с кучей недостатков, которые еще будут допиливаться к моменту финального релиза. Данное видео — это отправная точка его возможности. Хуже точно не будет. Что будет лучше, посмотрим в обозримом будущем. Задача видеоролика — с технической и программной точки зрения рассказать про эту технологию на данном этапе разработки. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Признаться, после презентации и официального трейлера Samsung Galaxy Fold на аналогичной презентации Huawei, Mate X выглядел на экране менее впечатляюще. Но по факту, когда его держишь в руках, все значительно лучше. Мне очень понравилось то, что две конкурирующие компании имеют свое собственное видение о том, как должен выглядеть складной смартфон с гибким дисплеем. Компания Samsung складывает в своем Galaxy Fold его вовнутрь и дублирует некоторые элементы. Компания Huawei обворачивает его вокруг корпуса. И то, и другое решение имеет как свои преимущества, так и недостатки. Торцы и вся боковая часть выполнены из гладкого металла. Может, непрактично с точки зрения отпечатков, но царапин не обнаружил. Суть в том, что предоставленный мне на тест образец был не только что распакован. Он, как девушка с пониженной социальной ответственностью, побывал уже на колоссальном количестве презентаций и был в огромном количестве рук. И знаете, я был удивлен. Он выглядит живее всех живых. Протер, и в принципе все ок. Основная масса матового пластика с глянцевыми линиями скрыты на внутренней части. Тактильно для рук приятно. Был бы матовый алюминий, было бы вообще идеально. Смартфон ожидается только в черном цвете, и это не очень практично. Заляпывается он довольно быстро, и в какой-то определенный момент перестаешь его постоянно протирать и оставляешь все так, как есть. Было бы интересно посмотреть на другие цветовые решения, но все-таки этот девайс рассчитан на людей с высоким доходом и в определенных сферах, например, в бизнесе. А черный, как вы понимаете, это классика, это строгость, вот так вот. Хотя у Samsung предполагается несколько цветовых решений. По габаритам смартфон в сложенном состоянии чуть выше и чуть шире, чем самый большой iPhone XS Max. Толщина в 11 мм – это много. Но опять же, если сравнивать с Fold'ом, то это мало. Там вообще величина колеблется от 15 до 17 мм. И если Mate X – это еще терпимо, то какой кирпич у Samsung с дыркой между половинок, я даже не представляю. В раскрытом состоянии Mate X тонкий и классный, чуть больше 5 мм. И опять же рекордсмен среди одноклассников, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, по разъемам и датчикам. На нижнем торце динамик, 2 микрофона и USB-C порт. На верхнем третий микрофон, комбинированный лоток для двух сим-карт или симки и проприетарной флешки NM-карт. И даже нашлось место и к порту для управления бытовой техникой. На боковой грани расположилась кнопка питания с дактилоскопическим датчиком. Конечно, хотелось бы это дело немного опустить ниже, потому что для разблокировки нужно перехватывать устройство. И еще есть очень короткая качелька регулировки громкости. В утолщении, где находится основная часть начинки, расположен блок камер, выполняющих функции и основной, и фронтальной. Также вспышка и кнопка открытия механизма. Так как механизм выполнен в натяг и при нажатии часть дисплея отщелкивается, помогая раскрыть смартфон, в сложенном состоянии все-таки есть едва заметный зазор менее 1 мм. Тут вы должны понимать, что выполнить все идеально с технической точки зрения невозможно. И эта проблема преследует абсолютно все смартфоны с подвижными элементами. Будь то Asus Zenfone 6 с флип-механизмом камеры, или, например, слайдеры в Xiaomi Mi Mix 3, и уж тем более в смартфоне, который раскрывается с гибким дисплеем и сложным механизмом. Нажимаем на кнопку. Механизм частично приоткрывает откидную часть дисплея. Удобно. Механическая кнопка освобождает штырь. Закрывается просто сминанием. Дисплей сначала открывается легко, а потом туговато. Две половинки располагаются ровно соосно друг к другу. Все идеально гладко. Закрывается равномерно плавно. Издает ли механизм звуки? Да. Громко? Средне. Разумеется, я пробовал его сгибать, скручивать и выгибать даже в обратную сторону. Тест на скручивание он проходит, я считаю, что успешно. Да, поскрипывание, похлипывание, постановление происходит, но это нормально, там очень сложный механизм раскрытия этого смартфона. Но он выглядит более чем прочным.
при выгибании в обратную сторону есть некая упругость. Но, разумеется, если нормально приложиться, вы его просто сломаете. И в повседневной жизни, скорее, вы поймете, что выгибаете не в ту сторону, прежде чем он сломается. И этого, в принципе, достаточно. В разложенном состоянии за счет утолщения получается небольшая подставка. При нажатии немного прогибается, но могу вас успокоить. Даже iPad Pro прогибается под нажатием, а он как бы монолитный. Удерживать в одной руке в разложенном состоянии удобно. Пальцы цепляются за утолщение. В сложенном состоянии одной рукой используется затруднительно, и корпус крупноват, толстоват и тяжеловат. Почти 300 грамм – это много, но опять же, это компромисс универсальности. Удобно использовать одной рукой сторону с меньшим размером экрана, но почему-то разработчики расположили его выше, а ниже панель с инструментами. На главном экране это только кнопка селфи, хотя можно было и поменять местами, чтобы не перехватывать устройство. По корпусу все. То, что было сказано ранее, это не столько критика, сколько разбор технической и механической части этого девайса. Разумеется, любое устройство, которое меняет индустрию, оно будет иметь какие-то недостатки и шероховатости, которые будут допиливаться в дальнейшем. Это нормально. Тем более, мы имеем не финальный экземпляр. По поводу массогабаритной характеристики, есть вопросы к Mate X только тогда, когда вы его сравниваете с классическими смартфонами. Но это неправильно, это совершенно другое устройство. Если его сравнивать с тем же Samsung Galaxy Fold, то я могу сказать, что продукт Mate X будет более удобен в повседневной жизни. Конечно, вы можете сказать, что я не тестировал Galaxy Fold. Да, оно так и есть. Но я знаю размеры Mate X. Я его держал в руках, я его тестировал. Я могу сказать, что его массогабаритные характеристики находятся на пограничном состоянии для удобства использования в одной руке. А вот Galaxy Fold, можете посмотреть его размеры в интернете и его вот эту вот щель. Я думаю, скорее всего, продукт Huawei тут будет более юзабелен. Как оно будет потом? Посмотрим. Ну, я также рад, что Huawei представил настолько прочный продукт, насколько это возможно в данном форм-факторе корпуса. Я, признаться, такого не ожидал. Тем более от смартфона, который прошел через такое огромное количество рук. В сложном состоянии мы имеем 6,6-дюймовый OLED-дисплей с классическим, нередким в мобильной индустрии, соотношением сторон 19:5:9. В разложенном состоянии 8 дюймов. Матрица качественная, яркая, контрастная. Сетку пикселей можно рассмотреть только если вглядываться ближе 10 сантиметров, но это в жизни не юзабельно. Углы обзора хорошие. Недостатка у матрицы и такого форм-фактора 2. В разложенном состоянии чувствуется небольшой бугорок посередине, чувствительность сенсора не уменьшается. И тут вы должны понимать, что по крайней мере на момент 2019 года, по-другому физически это невозможно реализовать. Это просто механика. Дисплей Mate X идеально обворачивает его в закрытом состоянии, а когда вы его открываете, лишь часть должна куда-то деваться. И получается выпуклость. В Galaxy Fold это вогнутость. Вот и все. Тактильная выемка ощущается, но само изображение в середине четкое и без искажений. Если наклонять устройство по вертикали, все идеально. Если по горизонтали, под определенным, но уже под достаточно большим углом, можно увидеть, как незначительно темнеют полоски пикселей посередине складки. Ну и очень нравятся реально тоненькие рамки вокруг дисплея, без каких-либо челок или выемок. Кстати, они весомо тоньше, чем в последнем iPad Pro. В настройках матрицы ничего нового вы не увидите. Always on display с постоянным отображением даты, времени и пропущенных уведомлений на заблокированном экране есть. Цвета настраиваются яркие или обычные. Цветовая температура холодная, теплая или по умолчанию. А также есть автоматическая подстройка цветовой температуры в зависимости от условий окружающего помещения. Присутствует настройка тепловой схемы свечения по расписанию для лучшего засыпания. Разрешение экрана на выбор. Или умная с автоподстройкой, или кастомная. В настройках приложений есть вкладка «Сложено» с неоптимизированными программами под полноэкранное отображение и дополнительная опция запуска в 16:9 или 4:3 в разложенном виде. Кстати, на Mate X наклеена защитная пленка. И именно защитная пленка, а не часть дисплея, после отрыва которой он перестает работать. Единственный недостаток всего этого дела в том, что когда смартфон закрыт, по сути он представляет из себя сплошной дисплей, и повредить его очень легко. Есть и преимущества. В сложенном состоянии мы имеем полноценный дисплей смартфона, а не окошко триплекса танка, как в Galaxy Fold. И вы можете полноценно пользоваться смартфоном как в закрытом состоянии, так и в открытом. Плюс нет необходимости усложнять конструкцию вторым дисплеем и большим количеством камер, которые к тому же и перекрывают часть основного дисплея. А камера по
поговорим немножечко позже. Разговорный динамик классический и не участвует в общей стереопаре. Звук моно и исходит из основного и очень громкого динамика. Для меня это очень важный параметр, потому что я зачастую потребляю контент с того же YouTube через динамики, а не через наушники. На максимальной громкости звучит отменно, дисторшено, то есть каких-то искажений и хрипов нет. Есть нюанс, если запускать игры с раскрытым экраном в альбомной ориентации, как сейчас по умолчанию, когда утолщение будет сверху, то основной динамик перекрывается рукой. Разработчикам игр после релиза устройства при оптимизации своих проектов стоит продумать этот момент. Защита смартфона осуществляется через дактилоскопический датчик или через пароль, пин-код, графический ключ. Классика. Распознавание по лицу не предполагается. К сожалению, протестировать работу датчика нельзя, потому что у нас тестовый образец с демо-прошивкой, и там эта опция отключена по заводу. Основная камера состоит из 4 модулей. Основной, ширик, телевик и ToF-сенсор, определяющий глубину. На проверку камеры особо времени не было. Опять же, оценивать ее до релиза нет смысла, просто потому что на смартфоне стоит тестовое программное обеспечение и неизвестно, как работают алгоритмы. В целом в блоке камер есть весь спектр линз для любых ситуаций. И еще один плюс реализации гибкого экрана Mate X – возможность сделать селфи на основной качественный сенсор. Для этого камера просто попросит вас перевернуть смартфон и нажать кнопку спуска. Плюс для селфи доступен и широкоугольный модуль. Стабилизация видео работает неплохо, цветокор хороший, о качестве говорить рано, потому что доступна запись только Full HD. Опять же, это просто не тот софт, который будет стоять на финальном экземпляре. Есть возможность во время записи видео переключаться на различные объективы. Тоже хорошая вещь. Аккумулятор — это та вещь, которую физически невозможно проверить на вот этом тестовом образце, просто потому что там установлена демо-прошивка, которая постоянно выкручивает яркость на максимальное значение сама и запускает при блокировке устройства заставку. То есть смартфон постоянно работает, только если вы его не выключите. Известно то, что там установлено 2 аккумулятора с суммарной емкостью в 4500 мАч, а в комплекте идет суперчардж, быстрая зарядка на 55 Вт, которая заряжает смартфон за 30 минут на 85%. Ни беспроводной зарядки, ни реверсивной зарядки тут нет. Сложно протестировать производительность устройства, когда на нем тестовая прошивка и зарядка девайса не поднималась выше 25%. Мне предоставили разряженный девайс и ограниченное время на тестирование. Приходилось немного заряжать, тестировать и опять заряжать. Плюс зарядка происходила медленно, потому что, повторюсь, это демо-образец и экран всегда крутил заставки на максимальной яркости. Тестовая прошивка – это когда в настройках написана вот такая белиберда, не относящаяся к этому смартфону. В настройках камеры нет многих параметров, Play Market не открывается, а половина игр и программ в хуавеевском магазине приложений App Gallery просто недоступна или не скачивается опять же из-за прошивки. Благо я подготовился и удалось запустить некоторые АПК. Запустил Underbench, накопитель на 512 гигабайт, расширяемый NM-картой и еще до 256 гигов. Достаточно шустрый и лишь немного не дотягивает до Huawei P30 Pro. Удалось запустить 3D Mark. Был активирован производительный режим, но смартфон работал на последних 7% заряда батареи. Это неправильное тестирование, поэтому можете посмотреть на FPS сугубо как самый критичный минимум, который только возможен. Любой разряженный смартфон показывает очень низкие баллы в синтетике. Поиграл в GTA San Andreas и PUBG Mobile. Асфальт на запуске все время зависал, а Shadowgun Legends требовал Google Play игры, которые нельзя было скачать. Игры не оптимизированы, но все равно запускаются на весь экран. Устройство едва теплое в утолщении. San Andreas сильно подлагивал. А вот PUBG Mobile на максимальных настройках шел более чем. Да, микрофризы есть. Графика хоть и выкручена на максимум, но из-за отсутствия оптимизации смотрится не так красиво, как на классических смартфонах. Запускал я это дело сугубо, чтобы передать впечатление. Играть на Mate X вполне себе здорово. Он не такой большой, как 10-дюймовый iPad, от которых потом руки начинают уставать при длительном гейминге на весу, но и реально круче, чем на простом смартфоне. Схожий опыт игры был на iPad mini. Обзор 5-го поколения можете посмотреть на канале. Разница лишь в том, что в продукте Apple огромные рамки и не такой уж большой дисплей, а тут все красиво и без лишних элементов. Нагрев опять же совершенно незначительный. Очень хотелось бы увидеть оптимизированный игры с подогнанной графикой. Наверное, выглядеть будут потрясающе. При складывании и переключении экранов из игр выбрасывало, но это нормально.
это тестовый образец. По работе операционной системы все действительно шустро. При складывании и раскладывании смартфон подгоняет картинку зачастую отлично. Разумеется, встречаются микрофризы, но чаще все происходит успешно. Спрашивали про размеры видео в сложном и разложенном виде. Запускал стандартный ютубовский видос 16:9. В таком приложении нет возможности растянуть картинку. В нерастянутом варианте она чуть-чуть шире, чем у 10s Max. Если раскрыть Mate X и растянуть картинку на 10s Max, то по ширине получается практически идентично. А вот по высоте Mate X выигрывает практически сантиметр не лишнего пространства. Все основные принципы операционки остались прежними. Это Android 9 с оболочкой MIUI. В качестве навигации используется по умолчанию свайп для управления, и это удобно. После закрытия смартфон сам определяет, какой стороной к пользователю расположен дисплей, и включает его достаточно точно. При переворачивании ложных срабатываний не заметил. Управляющая функция называется умный экран, и ее можно отключать. Разделение экрана в мультиоконном режиме пока работает только по вертикали, хотя по факту куда полезнее было бы сделать классический вид по горизонтали. Сверху легко можно было бы разместить фильм, особенно в 21:9, а на оставшейся части чатиться, ну или чем-то другим заниматься. В этом плане перед Huawei предстоит еще огромная работа по доработке системы. Нужно раскрывать потенциал работы с большим дисплеем, в частности с мультиоконностью. Apple только в последних версиях iOS или iPadOS сделала внятную многозадачность, а до этого планшеты компании были просто айфонами с большим дисплеем. Делать какие-то выводы по демообразцу с тестовой прошивкой нерационально. Оценивать нужно готовый продукт, который лежит на прилавке, тем более за такие немаленькие деньги. Я всего лишь приоткрыл ширму новой технологии. Huawei еще предстоит многое доработать перед релизом. Мне кажется, такие смартфоны, как Mate X, смогут в будущем заменить планшеты, то есть два устройства в одном, особенно если туда еще добавят поддержку стилусов. Толщина и некоторые особенности станут компромиссом, но не придется покупать и носить с собой два устройства. А планшеты — это удобное чтение книг, да и вообще потребление контента, гейминг, творческие задачи, навигация, ну, дополнить можете меня в комментариях. А если вы хотите, чтобы дальше, как вы пишете в комментариях, Белрус продолжал душить вас качественным контентом, обязательно оставайтесь с нами. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео. Невероятных видео. Пока-пока.